В последнее время люди обленились до того, что перестают сами что-то готовить, мотивируя тем, что нет времени, да и все есть в продаже. Но то, что продают в магазинах, часто оставляет желать лучшего. Привет, друзья! Вы на канале Волшебная еда, и сегодня готовлю самый настоящий соус Цезарь. Ставлю кастрюлю с водой на плиту, добавляю немного соли. Когда вода закипит, выкладываю 2 яйца и сразу выключаю плиту. Оставляю яйца в кипятке ровно 1 минуту. Выкладываю их в тарелку и оставляю, чтобы остыли сами по себе. Это нужно, чтобы белок совсем немного схватился. Когда яйца остыли, очищаю от скорлупы небольшое отверстие. Выливаю яйца в глубокий стакан. При помощи ложечки соскребаю схватившийся белок. Выжимаю сок половины лимона и добавляю к яйцам. Добавляю 1 столовую ложку горчицы с зернами. Как я готовлю такую горчицу, ссылка будет под видео. При помощи погружного блендера взбиваю ингредиенты до образования пены. Примерно 2 минуты. Постепенно вливаю 150 мл подсолнечного масла, не переставая взбивать. От количества масла зависит густота готового соуса. Регулируйте на свой вкус. Выдавливаю 1 зубчик чеснока. Добавляю 5 филе анчоусов, но если вы будете готовить соус для салата с курицей, не добавляйте их. Щепотка соли и снова все измельчаю до однородной консистенции. Готовый соус выкладываю в чистую сухую банку и закрываю плотно. Отправляю в холодильник минимум на 2 часа. Соус Цезарь готов. Как приготовить вкусный салат с таким соусом, оставлю ссылку под видео. Если понравился рецепт, ставь лайк и подписывайся на канал Волшебная еда. Впереди много интересного. Состав ингредиентов и их количество под видео.